Это Троцкий, по-моему. Я не считаю тебя моральным авторитетом, но для меня считаю, что имею право на эту тему поднять тоже. Тем более я не считаю себя образцом для жизни, но обладаю большим опытом. Итак, в нашей стране, в Российской Федерации, имеются два великих государственных секрета. Один государственный декрет – это сколько денег у Владимира Путина. Очень многие люди рассуждают на эту тему, поэтому я с удовольствием от этого выдержу. Второй декрет, что мы жуткие и заграничные, на стороне которого стоит первое слово «МСП». Быть развеять! Нет, это просто видео. А видео, да, понятно. А потом быть развеять. Намерение это птичка. А это же телевидение. Почему вы выбрали? Дальше хотим новые выборы. Новые выборы, да? А, японское телевидение. Ну, один вопрос. Вот это вы используете социальные сети? Хотя здесь, да, все пойдет уже так долго, что народ... В этот раз тоже смогу, потому что собралось... Я думаю, мы можем взял интервью представитель японской прессы и спросил про Facebook и ВКонтакте. Но до этого никому нет дела. Совсем другое дело. Человек, которому теряют миллионы и десятки миллионов, от которого зависит судьба, может зависеть судьба огромной страны. Какую